Funk Viscluster. Viscluster – это служебная брашевая entity, покрытая материалом Toolstrigger, предназначение которой является ускорение компиляции BSP-карты. Как это работает? Допустим, у нас есть большое открытое пространство, на территории которого будет множество листьев. И чем их больше, тем больше времени потребуется компилятору, чтобы проверить видимость листьев между собой. И вот тут на помощь приходит Viscluster. Его размещают на площади, которая считается, что будет в поле зрения игрока. Viscluster запрещает компилятору проводить проверку видимости. Мы сами этим брашем указываем все как одно целое. Но, внимание! Viscluster не режет и не удаляет листьев. Он влияет лишь на скорость компиляции. Итак, сравним результаты. Без Viscluster скорость компиляции составила 19 секунд, а с ним всего 5. Результаты очевидны. Но у Funk Viscluster есть недостаток. Он не может проходить сквозь водные браши, это может вызывать вылеты игры. А также нужно с умом расставлять его на карте, чтобы не происходил конфликт с хинтами и аэропорталами. Советую сначала изучить видео на эти темы. Ну а на этом все. Удачи, домодачи!